центре Владивостока прошла выставка-раздача кошек и собак, найденных на улице или оставленных без присмотра хозяевами. На мероприятии было представлено более 60 кошек и 10 собак. Посетил выставку и глава города. Мне кажется, когда мы объединяемся в одну большую команду с каким-то красивым смыслом, у нас получается неизменно хорошо. А сообщество, которому важно то, что мы делаем по пристрою бездомных животных, оно растет с каждым днем. Ну и цифры получаются хорошие. В прошлом году мы общими усилиями пристроили 600 кошек и собак. Мероприятие организовано движением «Спасем жизнь» при поддержке администрации Владивостока и проекта «Животные города В». На выставке волонтеры рассказывают будущим хозяевам о правилах содержания, ответственном отношении к животным и необходимых прививках и кормах. Мы к этому проекту относимся ответственно, мы просто так в руки их не передаем. Нужно будет заключить договор на содержание. Ну, понятно, что это все бесплатно, но это про ответственность, чтобы мы знали, куда, кому мы передаем или кошку, или собаку, для того, чтобы им на душе было спокойно. Ну и какая-то фактическая ответственность за вот этого хвостика, которого мы передаем в руки, она появлялась. Поэтому давайте больше проводить таких мероприятий. По итогам ежемесячной городской выставки 69 котов и 3 собаки уехали в новые дома. Отметим, на таких акциях волонтеры помимо пожертвований принимают корм, пеленки, наполнитель для лотков, ветошь и игрушки для животных. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.